Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Приветствую вас на своем канале, на канале «Германия по-русски». В сегодняшнем своем видео я хотела бы рассказать о том, что популярно в Германии среди детей детсадовского возраста. Это возраст до 6 лет. И чем дети увлекаются в этот период? Наверное, все вы помните, что в России были очень популярны анкеты. Они заполнялись в школе всеми учениками класса, всеми друзьями. И подобные анкеты существуют также в Германии. Но носят они другое название, называются они Freundebuch. И выглядят они приблизительно вот таким образом. Это такая книжечка, в которой собраны вопросы, и на эти вопросы отвечает каждый ребенок в детсадовской группе, и после этого отдает владельцу этой книги. А теперь давайте поближе посмотрим, что из себя представляет эта анкета. Анкета сделана в виде такой книжечки, которая называется «Meine Kindergartenfreunde», «Мои друзья из детского сада». Когда мы открываем эту книгу, то мы можем увидеть, кому принадлежит эта книга. Dieses Freundebuch gehört der Prinzessin, по имени такая-то. И затем первую страницу этой книги заполняет сама владелица книги или владелец. Когда она заполнит все данные о себе, то она рисует рисунок и отдает своим друзьям в детском саду, и уже друзья заполняют свою страничку и возвращают владелице. То, что мне нравится в этой книге, это то, что здесь есть шаблон заполнения. Давайте посмотрим. Меня зовут маленькая принцесса, и здесь живу я в королевском замке. К моей королевской семье относятся король, королева, собака Шлампер и кот Мур. Мне 4 года, мой любимый цвет красный, моя самая любимая еда сосиски, мое любимое плюшевое животное, мой Тедди Гизберт, и любимая игра – это игры с собакой и котом, собакой Шлампер и кот Мур. И страничка, опять-таки, с рисунками, «Das habe ich für dich gemalt», это «Что я для тебя нарисовала». Ну а та страница, которую должны заполнить дети в детском саду, друзья владелицы книги, слегка отличается от шаблона. Единственное дополнение, здесь нужно указать свою дату рождения и номер группы, в которую ходит ребенок. Также здесь мы можем указать игры, в которые мы любим играть больше всего, и то, что у нас получается больше всего, что лучше всего мы можем. Ну а последние страницы отведены Geburtstagskalender. Это календарь для дней рождения. Здесь календарь разбит на месяца, и в каждом месяце вы можете вписать имя и дату рождения вашего друга. Вот такие интересные Freundebuch, анкеты есть в Германии, которые дети с удовольствием заполняют сами, либо им помогают в этом родители. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо большое за внимание, спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно подписывайтесь и всем удачи!